Приехал. Итак, забег ведет Дарья Макарова, наша гостья из Подмосковья. Выступает она здесь вне конкурса, фактически у нее такая тренировка. Одна из сильнейших полиатлеток России в этом возрасте. Ну вот за ней увязалась, сейчас давайте посмотрим. Бакалдина, видимо, Вероника это. Ну, начали девочки спокойно, и, пожалуй, даже слишком спокойно. Сорок четыре секунды, это очень медленный круг. Сорок одна пять. Этот круг все равно медленно. Надо все равно прибавлять. Давай, давай, держись, держись, Вероник. Алис, просыпайся, давай, 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 хватит улыбаться. Болтаешь много. Алис, смелее. Все, Даша, пора, давай, 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 давай. 600 метров, 2.06, этот круг 41.4. Вероника, давай, 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 теперь уже сама, никто тебе не поможет. Давай, 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 давай. Не прыгай, чаще ногами, давай, давай. Молодцом, молодцом, продолжай, продолжай, продолжай. Алиса, давай, 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 все нормально. Все, пошла, пошла, пошла. Обходи. 2.49 за круг до финиша. Давай, давай, работай уже. Включайся. 3.00. Вероника пошла. 3.06 за круг до финиша. Давай, 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 смелей. Место пока что занимает забеги. Остался 3.22 сейчас время. Давай, 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 работа, финиш! Ну, 3.29.9. Может, дадут 3.30. Алиса, ускоряйся, беги, 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 давай, быстрее, Алиса, давай, Алиса, ускоряйся, давай! Давай. Маша, Вероника, давай, давай, давай! Выноси бедро, давай! Куда там она бедро будет выносить? Алина, Вероника, давай! 3.53. Алиса! Давай, давай, Алиса! 34.03. Давай, давай, давай! Финиш, давай, 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 давай! Алиса, давай! Алиса, ускоряйся, пробегай, финиш, давай! Да, еще, 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 не сдавайся. 4.22. И 18-й номер обходит номер 24, буквально на один корпус. Насколько сил оказывается, осталось еще участников. Итак, сейчас пока лучше у нас результаты 3.30, 3.36. 3.43, 3.51. Это Алиса, она любит, чтобы на нее внимание обращали.
Вот она. Ну, недавно, на самом деле, переболела, поэтому, конечно, ей сейчас тяжело после ковида. Тяжело бежать быстро. Но отстреляла она вчера лучше всех, выбив 46 из 50. И вот она говорит тоже. Причем она залепила в одну мишень две десятки, так что ей пришлось подсуживать, потому что там было только одно отверстие.